Еще и тут у него пенопласт. Ё-моё. Чё-то привез. А, это моё. Будем сажать. Одышечку. А это что такое? Еще что-то тяжелое. Надо спросить. Чё там? А, я знаю. Это грунт мой. Тоже моё. Две коробки мои. Так, всем привет. Сейчас будем смотреть, что ко мне пришло. И такое маленькое. И прям такая маленькая чашечка. Чашечка маленькая, удаленькая. И не дешевая, хочу сказать. Ну, блин, я думала, она повыше чуть-чуть все-таки. Ну ладно, попробуем сюда. Небольшой. Вот это тяжелая прям коробка, я ее вижу. Еле что-то принесла к дому. Затащила. Сейчас мы так вот сделаем, да? Посмотрим, что тут. Вот так. И посмотрим, что у нас тут. Тяжелое. Тяжелое, тяжелое. Что-то мутновато. Короче, целогрунт. Друзья мои, неподъемная штука. Сейчас будем дырочку делать и смотреть, что там внутри. Аккуратно. Пошли смотреть. Вот такая штука. Вот такая штука. Плюс удобрение еще. Смокот, походу, положили. Сейчас, в общем, купила. Такой циолит. Тут какой-то он смешанный. Хочу его потестировать, подобавлять в посадки. И сейчас посадим с вами дыню. Который у меня до сих пор не посажен. Сколько он уже у меня тут лежит, я не знаю. Я его слегка поставила в такой, ну, горшочек, господи. В мисочку, где немножко на дно водички наливала. И вон, смотрите, у нас уже он листик. Видите? Вот хочу его, да, вот так посажу. Не хочу горшок ему большой такой. Хочу вот такой. Ну, единственное, я думала, что она чуть будет повыше. Ну, нет, так нет. Значит, возьмем и посадим. Первый у меня дыню в жизни. Может быть, и последний. Сейчас намучу грунт. Как раз все пришло. И горшочек, и этот цел грунт. Сейчас набандяжим. И посадим. Правильно, неправильно. Это мой опыт. Это моя история, которая покажет. Что-нибудь да покажет. Ну что, мандрагора. Я даже не разбираюсь. Ну, наверное, хорошая, да? Штучка. Бульбочка. Раз. Уже и листики дает. Так. Сейчас мы с вами тут ее будем зажать. Вот прям не хочу ей горшок высокий. Чуть-чуть бы, да, бортик бы повыше. Вот эту штучку надо снять. И прикопаем. Интересно, будет вообще устойчиво стоять? Наверное, не очень. Поэтому повыше и хотелось. Это для суккулентов. Для бонсая. Хорошо. Ветер подует и свалит. Но ее же тоже не углубляют, как я понимаю. Глубоко-то. В принципе, правильно же? Нет? Ну, она прям болтается. Короче, пока не знаю, что мне с этим делать. Пойду пролью водой. Ну, короче, вот. Мне прям нравится, что вот эта толстенькая часть как бы на поверхности. Не знаю, насколько ее надо глубоко сажать.
Ну, короче, будет у меня пока так. Если она жила у меня тут больше недели, просто в ведерке на дне водичка не померла, даже расти начала, ну, то тут тем более будет. Да? Я думаю, да. Так, значит, циолит я этот циогрунт буду применять, как я сказала. И в орхидейки добавлять в посадки. А еще хочу показать вам своих новеньких. Весюлечки будущей. Ну, я надеюсь. Вот такой варигатный крестовник. Я думаю, вам видно, что он такой вот беленький тут какой-то там. Так, вот такая штучка. Маленькие эти горшочки совсем. Сколько тут? 50, 100, наверное. Не знаю. Вот такая лялечка. Это, девчат, я купила. Ну, вот пересылки что-то немножко повредилось. Не показывала. Распаковку. Это называют дельфинчик. Тоже кресту. Как будто дельфинчик прыгает, да? Правда же? С плавничком, хвостиком. Дельфинчик. Будем пробовать разводить. И а это называется бананчик. Ну, конечно, есть там научное какое-то, научно-популярное название. Ну, я так понимаю, это в ходу такой, в разговоры. Чё, Андрюш? Сильно что-то. Сейчас чуть-чуть надо полить. Поставила их все сюда, чтобы была возможность мне спокойно полить. И одномоментно всех. И водичка, если стекала, то она стекала, ну, в поддончик. Это я сейчас уж сняла, а так вот можно его и на полочке стеллажа поливать. Это мои. Будущая красота и мои новиночки. Ну, все. Посадила. Люблю висюльки на стеллаже. Вы можете увидеть, что я ими обзавожусь тут. Гляньте, что делать. Куда? Кверху расти начала. Рожки. Вот такая красота. Моя хоечка. С антеннами. Ну, прикольно. Так. Моя хоечка. Еще одна тоже уже тут подросла. Веточку. Видите, какую длинную. Дала. Вот здесь висюльки. Ну, вот ее надо, наверное, как-то укорачивать. Она очень длинная, но не густая. Надо, наверное, какой-нибудь горшочек пошире взять. И здесь ее примотать. Обмотать по периметру горшка, чтобы она гуще расти стала. Хвоя эскимо. Пока маленькая. Ой, мой крестовничек. А это не варигатный, это обычный крестовник. Роули. Это ж сколько варигатный расти до такого состояния. Вообще капец. Там малявка, конечно. Но еще говорят, что варигатные они хуже растут. Вот они, ножницы. Сама положила, сама забыла. Так. Так что... Ну, будем растить. Получится, нет. Мой орхидейный богомол. Ну, и вот тоже висюлечка. Вон, тоже пошли какие-то отростки от нее. Антенки. Раньше как-то не нравились мне. Зеленуха. От всей зеленухи избавлялась. Но сейчас хочется украсить стеллажик такими вот висючками. Остался один папоротник у меня. Их было у меня 4. Остался один. Такой казус произошел. Я рассказывала на полив. Они стояли вот там. На полив. Попросила Андрюху полить. И стояла там, в общем, у меня. Чистила я ракушки. Вот эти такие. Заливала их кислородным отбеливателем. И вода оставалась. И с кусочками мха получилась эта вода. И что-то бывает такое, что вот я поливаю растения, и вот оставшуюся воду из-под орхидей доливаю в обычные цветы. И вот Андрюха увидел. И стояло, в общем, две эти баклажки. В одной удобрение после полива, а в другой вот отбеливатель. Тоже там кусочки мха плавали, и он, в общем, фиганул. И все папоротники, которые там стояли, они все просто за 2 дня сдохли. А этот стоял здесь отдельно, но вот он остался жить. Вот так вот бывает.
Также мой любимый человек мне прислал, Викторовна, с посылкой с орхидеями. Отрезала мне, видите, череночки хоечек. Я их в воду поставила, но хочу сказать, одна у меня не выжила. Я и снимала видео, и распаковки, в принципе, и как я ставила их в водичку. Вот такого цвета наподобие была еще, были череночки. Они у меня все сгнили, не получилось. Они прям стали как склизкие такие, кисельные, и пропали. Хочу сказать, что вот все, что поставила в водичку, вот эти жесткие коечки, да, не варигатные, они все дали вам корешочки водички. Надо будет их, ну, может, сейчас и посажу. Может, сейчас и посажу. Что там? Вот. Они дали корешочки. Вот это вот не дает. Но и не умирает. Ну и не дает корней. Ну, стоит и стоит. Вот это тоже жестенькая, да? Она тоже дала корешочки. То есть вот на них у всех корешочки уже есть. Их можно сажать. Вот это тоже такая с плотным листиком. Ну, вот такой вот черенок. Все листики оказались внизу, а вверху нету. Ну вот, жалко мне, конечно, обрывать-то вот эти еще листья. Что тут останется? Ну, тоже, видите, дала корешочки. Вот такая хоечка. Вот, так что вот эти жестенькие, плотненькие, они все мне дали. Вот, кроме этой и одна сняла. Ну, вот эту тоже свою начеренковала. Еще девчонкам кучу отправила своих хоечек вот такой. Да, тоже надо посадить. Надо взять, найти какие-нибудь хорошие, красивые горшочки маленькие и посадить. Вот. Ну, а что, я не откажусь даже для себя вторую вот такую штучку, висючку заиметь на... У меня же два стеллажика на втором стеллаже. В общем, жду. Жду. Что жду? Жду, когда найду какие-нибудь горшочки и посажу. Ну, тут может чуть-чуть побольше, чтобы отросли, наверное, надо. Корешочки посажу, хоечки. И жду от этой вот тоже корней. Мадамы. Такой вот обзорчик. Моих висюлечек небольшой. Моих покупочек. И посадила мандрагору. Вот такой небольшой влог. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья, на моем канале. Пока-пока.